Друзья, всем привет! Рада вас видеть на своем канале. С вами я, Марина Слоя. Как видите, я в тачке, значит, мы пойдем с вами за косметосом в магазин. Вы часто мне писали в комментариях: сходи в Фикспрайс, закупись там косметикой. И мы пойдем, закупаться на целых 500 рублей. Я уменьшаю свою ставку, обычно я хожу на 1000 рублей, но здесь я взяла 500 рублей. Я считаю, что можно все-таки купить на 500 рублей в Фикспрайсе много что для полноценного макияжа. И пойдемте уже затариваться на 500 рублей косметикой из магазина Фикспрайс. И мне будет самой интересно проверить весь ассортимент косметики из магазина Фикспрайс. Я никогда там ничего не покупала. И давайте проверим этот лайфхак на деле. Смогу ли я купить косметику на 500 рублей? Точнее, много косметики для полноценного макияжа на 500 рублей. Скажи, ну пойдемте. Ну, пойдемте. Все, пойдем. Пойдем. В этот Фикспрайс мы идем первый раз. Где он? Цокольный этаж. Ага. А куда? Где? Глобус, недвижимость. Может, он с другой стороны? Сам-то как думаешь? Нет, там нету. Странно. Пойдем искать. Нашли. Ура, нашли. Ёлки. Ух ты! Ух ты! Ага! Все, мы попали. И это все? Тут одни лаки. Смотрите, чего только нет. Кстати, меня просили протестить кисточки из Фикспрайса. Но нам уже 500 рублей не хватит. Смотри, какие повязки, мне вот такую надо. Чтобы делать макияж, чтобы волосы не мешались. Мне надо такую. Триммер для волос. Я так понимаю, это... Это для бритья. Ну, я так поняла. Это что, кисти для макияжа? Это для ногтей. А, нет, для ногтей. Ну, можно использовать и для макияжа, почему бы и нет. Ой, мне такое надо. Это что, боксы для всяких кистей, косметики, да? Ну, да, смотри. Для мелочевки. Для мелочевки. Пофиг на косметику. Берем все новогоднее. Ладно, пойдем искать косметику. Так вон, смотри, вон там тушь какая-то есть. Вон, вон видишь? Вот, вот. И все что ли? Здравствуйте, скажите, у вас вот здесь твоя косметика расположена? Больше ее нету? Косметика? Да, косметика именно. Где именно? В конце зала. Спасибо. Пойдем. Здесь. О, мазилки. Я так понимаю, где-то здесь. Здравствуйте, не подскажете, где косметика расположена? А что именно нужно? Декоративку, блески для губ, помады. Такого нет. Гигиеническая помада только на кассе. Хорошо. А спасибо. Пожалуйста. Значит, нету. Вот это да, нет косметики. Там в основном только лаки были набросаны, и все. Я больше ничего не видела. Сказали только... Гигиеническая помада есть. Поедем в другой Фикспрайс. Мы идем уже в другой торговый центр. Проверим там ассортимент. Это уже у нас ТЦ Аленка. Та-ра-та-там. Дубль 2. Мне кажется, ничего не поменялось. Только тушь для ресниц. Гигиеничка. Лаки. Народ, может, я что-то пропустила, но раньше была косметика у Фикспрайс. Из Фикспрайс. Девушка, а скажите, пожалуйста, есть декоративная косметика в продаже? Декоративная что? Декоративная косметика. Ну, там помады, блески для губ. Нету. Слышал, да. Хорошо. Может, это кисти протестируем? Ну, давай. Серьезно? Угу. Ну что, набираем тогда кисточки
Так, все кисточки по 99 рублей. Ага, а нет, есть 77. Ну, какая-то крошка. В общем, я беру для растушевки теней, обязательно нам она нужна. Это кисточка для бровей, смотри, двухсторонняя. Берем. Так, а стоимость? Тоже 99 рублей. Ага, это уже 200 рублей. Спонжики. Какие будем спонжики тестировать? А тут нету, да? Помнишь, там такие были сердечки? Смотри, какая еще есть. Ага. Вот. Контур. Это для контуринга. Берем. Так, спонж. Спонж я взяла. Это у нас сколько уже? 300. 400 рублей. А повязку можно взять? Какая она тут? Нитки торчат. Какая тебе больше нравится, бирюзовая или сиреневенькая? Давай вот эту возьмем. Вот это. Хорошо. Пришли за косметикой, но взяли кисти. Так, ну мне больше ни на что не хватит. Все. Все, идем на кассу. У нас сегодня прям заход по инструментам. В среднем сколько кисти стоят? От 500 и выше. За одну кисточку? Да, если за хорошую. И пакетик. Спасибо. И нам все это обошлось. Красота. 475 рублей. Ну, повязку я взяла больше для себя. 77 рублей, мне кажется, пригодится, потому что мне постоянно мешает челка, волосы. Собираемся и едем домой чепуриться. Что ты там подняла? Мой чек. У меня здесь есть спонж, есть кисть большая, кисть для растушевки теней и также кисть для бровей. Все, пойдем. Друзья, это фиаско. Мы заехали во второй фикс прайс, и там также не было декоративной косметики. Ассортимент был тот же самый, максимум тут же ресниц и гигиеническая помада. Остальное это лаки для ногтей. И ехать в третий фикс прайс, но я думаю, нет смысла. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли в вашем местном фикс прайсе вашего города декоративная косметика. Я что-то отстала от жизни, я думала, она есть там. Ведь потому что раньше, я помню, когда я приходила в фикс прайс, там были блески для губ, помады, еще что-то для макияжа. А сейчас там нет абсолютно ничего. Но я не отчаялась, я эти 500 рублей, я надеюсь, потратила с пользой. Я купила инструменты для макияжа, кисточки, спонж. Кисточки нам нужны всегда, ну а качество кистей и какой макияж с этими инструментами для макияжа у нас получится, вы узнаете во второй части. Ставьте лайки, спасибо вам большое за внимание и до скорой встречи. Пока-пока!